Декабрь перевалил за середину, а снега все нет. Слякотные выходные не дали шанса на веселые зимние развлечения. А что для нижегородцев подготовила новая рабочая неделя? Прохождение атмосферных фронтов глубокого циклона с Атлантики будут сопровождать осадки, это дожди, не исключен мокрый снег, сопутствующие гололедные явления в виде налипания мокрого снега, гололеды, неблагоприятные условия на дорогах, ухудшение видимости как в явлениях, так и в осадках, порывистый юго-западный и южный ветер. В самом начале недели эти явления будут сопровождаться еще и плюсовой температурой. А вот середина рабочей семидневки столбики термометров не уверены, но все же поползут вниз. По предварительным расчетам максимальная температура может понизиться до отрицательных значений -2, -6 градусов. Ночью на 2-3 градуса холоднее и, конечно, мороз поинтенсивнее в северных и восточных районах, где больше будет просветов. Естественно, что дожди сменит сначала мокрый снег, может даже переохлажденный дождь, потом и снежок припорошит. Благодаря тому, что дожди прекратятся, сойдет на нет и опасная гололедица. Впрочем, всем водителям все равно стоит быть внимательными, а метеозависимым нижегородцам принимать предписанные лекарства. Ведь даже такие температуры несколько выше среднестатистических для декабря.